Друзья, добрый день. Меня зовут Сынок Евгений, я генеральный директор компании сети Викинг Туристик. Мы сейчас с вами находимся в Греции, недалеко от поселка Уранополис. Здесь находится полуостров Афон. Это последний город, потом уже начинается Афон, и туда добраться можно только на корабле, и то только мужчинам. Значит, мы инспектируем с вами отель. Название отеля — отель Аристотелес. Мы сейчас будем с вами смотреть. Стоимость данного отеля на все включено 1714 евро с вылетом из Минска. Именно здесь, на втором этаже, находится ресторан. Система питания, здравого, обед, ужин, главный ресторан. Здесь хороший вид, панорамные окна большие, ресторан большой, все чисто, аккуратно. Вот он, какой вид. Если вы находитесь в стандартных номерах, то они находятся высоко на горе, там надо подниматься, поэтому не отправляйте туда пожилых туристов, и я не рекомендую пожилым туристам эти номера. Номер 821, Superior. Может, еще нас занесут? Ой, извините. А стандарт будет? Так, значит так, ориентируемся. Можно в другом месте занесть? Номера все после реновации. Дизайн номеров. Все номера после реновации, говорят. Что у нас тут? Душ есть, душ тропический. Плазменный телевизор, большая кровать, комната большая, все чисто, аккуратно, стены покрашены. Кондиционер у нас центральный, балкон. Олег здесь у нас. Балкон большой. Но вид у нас на море и на территорию отеля. Еще разок сниму. Номер очень большой. 7 бесплатно. Холодильник. Халатов нету. Номер 820 Family. Пойдемте. Душ. Душ есть тропический. Есть фен. Номера прошли реновацию. Ванна чистенькая, аккуратная. Вот, смотрите, первая комната. Здесь плитка покрытия, кондиционер центральный, плазменный телевизор. Ванная комната здесь одна. Дверью закрывается вторая комната. Во второй комнате большая кровать. Тоже плазменный телевизор. Балкон. Балкон большой. Вторая комната. Два телевизора здесь есть. И дверь. Да. Сейф еще открываю бесплатно. Есть холодильник, полотенце. Фен здесь такой стандартный. 800 ватт. Берите свои. Виды здесь, ребята, очень завораживающие. Слово «обубенные» хочется сказать. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая круть. Вид просто крутой, как будто бы лазурное побережье. Номер 845, мезонет. Смотрите, значит, у нас здесь ванная комната, тоже реновация, стекло и душ тропический. Все чисто, аккуратно. Хороший номер. Ну, в принципе, то, что вам показали, вот эти два номера, они идентичны, только здесь есть второй этаж. Сейф, холодильник, пляж здесь 300 метров свой, лежаки, шезлонги там бесплатно.
плазменный телевизор, кондиционер центральный, большой балкон, вид, вот такой вид. К сожалению, он не прямой, боковой, но все равно очень-очень крутой вид. Мне очень нравится. Давайте еще разок закрепим. Вы знаете, кондиционер, возможно, даже не центральный, может быть, индивидуальный, но я немножко не разбираюсь. Давайте поднимемся на второй этаж. Что здесь у нас? На первом этаже большая кровать двухместная, а на втором у нас есть плазменный телевизор и две кровати раздельные. Здесь тоже кондиционер. Вид вот какой на скалы и боковой. Тут нету ни балкона, ничего. И отсюда мы видим, можно смотреть вот сюда, вниз. Вот ресепшн. Мы с вами смотрели Superior, там мезонет тип номера вот в этом корпусе. А сейчас мы идем смотреть с вами стандарт. Здесь есть мини-маркет. Тут есть мини-маркет. Вот смотрите, куда мы сейчас пойдем. Территория зеленая у отеля. Это все мы еще идем стандарт, еще выше поднимаем. Вот, ребят, то, что я вам говорил, видите, мы все выше и выше по ступенькам, поэтому, если у вас проблемы с ногами, то я бы вам не рекомендовал брать. Это стандарты. Номер 503 стандарт. Он такой же, как мы с вами смотрели. Единственное, он меньше. Вот смотрите, одна большая кровать, покрытие здесь плитка. Кондиционер индивидуальный, плазменный телевизор, есть балкон. Вот смотрите. И вот какой вид открывается даже со стандарта. Обалденный вид. Давайте еще раз. Вот он, красавец. Ванная комната, одна раковина, душевая кабинка. Все чистенькое, свеженькое, новое, не будет инновацию. Тут полотенце, не забудьте убрать из-под ног. И душ, душ тропический, душ обычный. Все круто. Сейф, пожалуйста, большой. Я думаю, даже сюда ноутбук пятнаха влезет. Ну и холодильник. Ой, ну-ка. Ну все, спасибо этому номеру. Ребят, вот на этом острове есть тоже отель Музанидиса. Если вы захотите, его можно тоже забронировать. И до него можно добраться на пароме. Паром стоит 2,25. Мы спускаемся вниз. Вот смотрите, вот чтобы на пляж, надо вниз туда идти. Говорят, что метров 300, песок, галька. Есть бар возле бассейна. Спускаемся с вами к релакс-пул, к релакс-бассейну. Есть детская площадка, когда вы спускаетесь к релакс-бассейну. Посмотрим, что тут здесь есть. Вот такая вот площадка, оливковые деревья вокруг, качели, одна горка и комната. Смотрите, такие кухонки детские, столики, самолет, все есть. Аэропорт, короче. Гейт А, гейт Б. Тут же напротив волейбольная площадка с песком. Возможно, это дорога на пляж. Да, видите, там дорога, и там ниже будет еще спуск. Релакс-бассейн, без детей. Зона закрыта, видите, огорожена заборчиком. И вот смотрите, чтобы подняться вверх, какая-то ресепшн к стандартным номерам, нужно подняться под такой горке, потом по ступенькам, еще раз по ступенькам. И это получается очень высоко, в принципе, нагрузка здесь хорошая. А это дорога на пляж. Друзья, если вам хочется поехать в этот отель или в другие отели, вы можете обратиться в нашу компанию. Мы вам с удовольствием поможем.
У нас на сайте viking.by есть удобная система онлайн-поиска и система онлайн-оплаты для самостоятельного поиска, подбора и бронирования отдыха. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, ставьте ваши лайки. С вами был Лосинок Евгений.